2 декабря в торговом доме «Библиоглобус» состоялась встреча с Даниэлем Данном, который рассказал о своей новой книге «Живая легенда». Автор признался, что, по его мнению, существует не так много книг, описывающих именно то время. Этот факт и стал решающим для будущего романа. Ведь 17-е столетие – это век открытий и путешествий. Даниэль рассказал о главных героях своей книги, мотивах, побудивших молодого дворянина из Англии Колина Лоу отправиться в дальний путь. Также автор рассказал немного о себе. Страсть к творчеству у него появилась еще в детстве. Учась в школе, преуспевал в рисовании и сочинительстве рассказов. В 15 лет решил написать свою первую книгу, которую закончил спустя 2 года. Даниэль искал себя во многих направлениях. Занимался актерским мастерством в студии, проходил обучение у режиссера театра, но все равно вернулся к писательству. Меня вдохновил на написание фильма «Новый свет». Я решил написать книгу о приключении о 17 веке, о колонии Джеймстаун. Потом пришла идея сюда привязать испанцев, конкистадоров, о том, что они были прокляты. И вот постепенно вот так клубочек сюжета связывался. В завершении презентации все желающие могли приобрести книгу «Живая легенда» и получить автограф автора.